Привет всем, друзья! Пришла мысль сделать подборку необычно гибких и мягких вещей для школы и в целом учебы. Не все они оригинальны, однако некоторые вам точно понравятся, как и мне при создании видоса. Кстати, конкурс в конце видео никто не отменял в знак уважухи подписчикам. Поехали! Что-то не получается или не можешь решить задачку? Посмотри на эту позитивную гибкую ручку пальцы, которая всем своим видом говорит: «Все круто, друг, продолжай и все получится. И главное, не парься». Для тех из нас, друзья, кто трудится, не покладая рук, и днем и ночью грызет гранит науки. Продуманный фонарь можно повесить на шею, такой себе hands-free. Только на горлышке сильно не затягивать. Его можно также обмотать или поставить как удобно. Имеет 4 режима. Стоило лишь немного надавить, и у меня часто ломались линейки. Ой-ё, шире вселенной, горе мое. Сейчас же есть такие образцы. Гни как угодно, а ей по приколу. Тем более с такими забавными мордами лица. Есть и более практичные варианты на 15, 20 или 30 сантиметров. Гнущаяся подставка-держатель в виде заботливой собаки. Ничего необычного в ее гибкости нет, но уж очень прикольный и забавный девайс. Еще один вариант ручки в форме браслета для деловых людей, у которых все и всегда под рукой. Нужно поставить закорючку? Да пожалуйста! Либо закончилась паста в самый неподходящий момент на экзамене. Дык браслет может состоять из 2-3, а то и 5 экземпляров. Силиконовые простенькие наручные часы, которым не страшны ни влага, ни падение. Да и вообще они готовы пройти с хозяином и огонь, и воду, и эти самые трубы. Мягкий и приятный на ощупь пенал «Долька арбуза». Казалось бы, сей гаджет должен сохранять форму, дабы не помять свое содержимое. А оказывается, не обязательно. Минутками мимишности и слез умиления на глазах пенал «Панда» способен сыграть на самых тонких струнках души. Реально четкий блокнот с черными листами, все записи в котором очень красочные и запоминающиеся. То, что нужно записной книжке. Мне очень понравился, респект и уважуха. Гибкими карандашами уже никого не удивишь. Но вот смотрю на них и до сих пор необычно и чудно, да и очень практично. И наконец, гнущийся калькулятор, который позволяет издеваться над собой, насколько хватает фантазий. Гнуть, бросать, пинать, водой заливать или даже ругать, если не сходится ответ и необходим другой результат. У него есть также магнит для подвешивания. А вот и время конкурса. Снова голосуем за приз, нажав на значок и в правом верхнем углу. Набравший наибольшее количество голосов и разыграем. Подписываешься на наш канал, ставишь лайк и пишешь комментарий. Теперь остается лишь дождаться результатов через неделю в нашей группе ВКонтакте. Друзья, не забывайте открывать лайки и подписки, чтобы их можно было увидеть. Все условия еще раз в описании под видео. Надеюсь, ты зарядился позитивом. Какое отличное настроение, чего и вам желаю. Пойду-ка пилить еще один видос. Покеда-покеда.